Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники, меня зовут Вероника. Сегодня хочу вам рассказать о натуральной простой подкормке, которая имеет очень много полезных свойств для любой рассады. Запускает мгновенный рост рассады томатов, перцев, огурцов, кабачков, капусты, абсолютно любой. Кроме того, подавляет развитие патогенных микроорганизмов, поможет защитить ваши растения от болезней и также поможет восстановить хилую, дохлую, слабую рассаду. И при этом средство полностью натуральное и бесплатное, а речь идет об обычной луковой шелухе. Почему именно шелуха? В ее составе содержится огромное количество полезных веществ для рассады. Это калий, азот, фосфор, они укрепляют рассаду. Во-вторых, это фитонциды, которые борются с бактериями и различными вредителями. И также это витамин В, кверцетин, ускоряющий процессы роста. Витамин ПП способен улучшить укоренение рассады. Ну и также скажу, что луковая шелуха – это полностью натуральное, экологически чистое удобрение, которое никак не сможет навредить вашим молодым кустикам. Конечно же, сразу хочу уточнить, что шелуху берем только от здоровых луковиц, ни в коем случае не от гнилых. Если лук начинает подгнивать, такую шелуху мы не используем, чтобы никакие бактерии не перенеслись на рассаду. Далее готовим отвар легко и просто, либо заливаем горячей водой и настаиваем пару дней, либо делаем отвар, заливаем шелуху водой, ставим на огонь, доводим до кипения и варим 15 минут. После этого настаиваем сутки и поливаем, разведя при этом настой 1:5 с водой. После такой подкормки рассада сразу оживает и запускается рост. Берите на заметку, спасибо за внимание, с вами была Вероника, до новых встреч, друзья!